Мои хорошие, всем приветик. Всем приветик, всем добрый день. Сейчас пойду Стаса искать. У нас такая жара, просто ужас. Просто ужас, сегодня жарко. Он куда-то вперед пошел, что-то снимает. Я сейчас за ним иду. Прочла сейчас комментарии ваши. Пишите. Стас никто. Стас никто. Так. Какая тут красота. Мы сегодня в индийский парк поехали. Точнее, в китайский. В китайский парк поехали. А Стас куда-то пропал. Пошел что-то снимать. Сейчас найду его. Сейчас его найду. О, там водопад. К водопаду сейчас пойдем. Красиво, однако. Что хочу сказать? Пишите, что Стас никто. Стас мой гражданский партнер по документам немецким. Если вы не знаете законы Германии, тут есть гражданское партнерство. Это когда люди вместе живут, они считаются гражданские партнеры. Тут водопад. Сейчас я вас переключу, пока сюда. О, какая красотень. Посмотрите. Это любое, надо бы умножать на кнопку. А давай мы вот кошку сделаем на зонде. Ой, и ты сюда выложи. Сейчас я сниму, а тут что-то дальше. Сейчас я вам сниму вот это. Можете посмотреть. А что это такое? Ну, тут все написано, что на немецком читать умеет, я пойму. Красиво, да, вон тот фонтан. Красота. А тут что такое? А что это? Это дети тут. Это ну, детей я не буду. Да, я тоже не снимаю. Ну, так, а тут что у нас? Люди на лужайках. На лужайках отдыхают. Красиво. И сегодня так жарко, так тепло. А я сейчас немного попурчала на комментаторов. Не, ну они иногда такое пишут, что ни к селу, ни к городу. Мы сегодня опять на канатной дороге прокатались. Телеграм-группу сразу скинула видео. Стас, это, ну давай в телеграм-группу покинем видео. Ну, чтобы они знали, где мы находимся. Какое небо красивое. Это что? Это что? Мы сейчас опять в платный парк пошли. Но мы уже в другом месте. Да, он огромный. Он огромный. Наш зритель писал, что этот парк... Знаешь, эти холмы на чем построены? Я не знаю, это правда или неправда. Но наш зритель с Берлина писал, что... эти все холмы, тут была свалка раньше огромная. Да, это все на мусоре построено.
Весь этот парк построен на мусоре. Я не знаю, я думаю, Слава будет смотреть видео, и он напишет, а то может, он и не прав был. Это кто тебе писал? Подписчик Слава. Какой? Зачем ты имя говоришь? Ну, у меня канал правдивый. Я думаю, что... канатное видео. Так, красивое. Но людей, сегодня людей очень много. Скажи, как ко мне заходят, полно. Я знал, сколько народа. Да, Стас себе снял. Посмотрите, сколько народа. Это ужас. Я уже вспрела. Я уже честно скажу, как сука вспрела. Ой, дай я вот эти цветочечки красивые им сниму. Посмотрите, какая красота. Ближе, ближе. Ну, я ближе и подхожу. Что за манера мной управлять? Чтобы кадр был красивый. Я ей показываю, вот какой я обзор делаю. Дорогого стоит обзор. Да, да, вот тем более тюльпан. Какой-то сухой. Ну, погода тебе как? Тепло? Погода тепло? Замечательно. И тут выход. Тут тоже заходят и выходят. Ну да. Ну, мне самое больше нравится канатная дорожка. Мне тоже. Парк хороший. Вот именно погулять приятно. Идем сюда, там уже выход. Ну да, я им сниму выход. Ты туда, а там тоже ж есть. Ну пошли. Ну идем, а что там где? А я не знаю, нет, пошли сюда. А там леса. Леса. Ой, в лесу хорошо, ты шо? Я на солнышко. Ты шо? Люди загорают. Ну привет, и какая красота. Ага. Ты сняла вот это, чтобы я не сняла? Ну вот, я все сняла. Вау, как красота, ну красота. Красота. Красотень. Люди гуляют. Субботняя прогулка для вас. Для вас, мои дорогие, любимые. Ой, какая одинокая. Одинокий цветочек в клумбе. А тюльпанды какой-то. Одинокий. Какой-то колер вишни, вишни. Да. Не, что мне удивило, одинокий. Мои хорошие решили присесть, за столик присесть. У меня, короче, я не пойму, вот это на шапке, вот эта ленточка. Она в сайте должна, походу, быть. Походу, вот так в сайте. Фу, жарко. Как же жарко. Это не лимонадика. Всем привет. Классный напиток, рекомендую. Безалкогольный. А прикинь, Стас. Мы сегодня планировали поехать на этом. Куда? На корабль. А, на корабль. На речной трамвай. Речной трамвайчик. Но сегодня суббота, народа там столько. Это надо в будний день выбрать время. И желательно в первой половине дня поехать и поплавать. Потому что сейчас... Мы вот это на канатной дороге ездили, катались. Там столько народа, кабинки заполнены, и дышать нечем. Это она такая, чтобы твои подписчики подивились, сколько сегодня было народа. Ну, посмотрим. Пишут, что я спаду на утреннем видео. Я вчера пила что-то, вот честно скажу. Нет, ты уже вчера не пила. А утром я пила что-то. Она вчера, она сегодня пила, знаете что? Ну, хорошо, честно вам скажу. Давай. Честно вам скажу, что она пила. Каву пила с утра. Причем с ними. Ну все, больше она ничего не пила. А почему у меня отекшее лицо? Так, наверное, потому что я на ночь полтора литра воды выдула. Я вчера столько дел переделала и постирала. Точнее, не я, а машинка стиральная. Но моя работа ее загрузить, ее заправить. Ой, так хорошо тут, солнышко сегодня. На природе отлично. Ой, я покатался на канатном дорожке, мы вернулись и туда, и сюда. Но мне повезло, что мы ехали вперед, только я и Кая, вдвоем ехали.
я познимав собі, я встиг познімати, бо я хотів собі познімати. А назад ми вже їхали, вже повний этот був вагончик. Повна кабінка. Кабінка вже була. А я спрашиваю, кажу, як воно держиться? Все-таки люди тяжелі, і воно как-то держиться. Особенно я побігла нелегка. Ти що? Я ж побігла така, що... Не, ну мне больше всего, знаешь, что интересно? Пишут, что я спадуна. Если бы я спадуна была, я бы вам рассказала. Я такая, я без комплексов. Я, если я выпила, я вам рассказала. Да, я выпила. Я с вами на эфирах пила шампанское. И на видео я пила вино. Ну вот это обобщать не надо. Если я выпухие на выходных постоянно, это не значит, что и я. Я могу выпить, но я, как вы, каждый день спадуна не встаю. Я в алкоголе знаю меру. Если я выпила, я знаю, сколько мне надо выпить, а не так, как вы. Я же говорю, есть писатели, что ужас. Пишут. Потом по поводу того, посмотрите историю блогеров, которые достигли пика своей карьеры на Ютубе. Они первый год, за год набирали примерно 1000-1500 подписчиков. Оно сначала быстро все не идет. Это Ютуб. На Ютубе хотя бы надо 5 лет, чтобы канал хорошо был раскрученный. Все блогеры, которые миллион... Конечно, есть политические каналы, есть каналы на какую-то определенную тематику. Я на данный момент говорю за блоговые каналы. Я понимаю, если бы я в Украине на данный момент была бы, у меня бы более интересный контент был бы. И, наверное, я бы на данный момент, ну, где-то, ну, 3-4 тысячи подписчиков точно было бы. Во-первых, когда я выйду на территорию Украины, YouTube будет меня рекомендовать не только странам ЕС. Вот у меня сейчас, я статистику смотрю по каналу, мой канал смотрит Франция, Италия. На первом месте, кстати, идет Германия, Франция, Италия, Россия, Украина. С Украины, конечно же, с Украины меня меньше на данный момент смотрят, потому что там такое происходит, что и у людей и света, и интернета нету, и людям, в принципе, нет Ютуба. Когда это все закончится, конечно, процент зрителей с Украины у меня увеличится на канале. Я веду на русском языке. Я вам соврала? Вот соврала, сразу говорю. У меня на третьем месте идет Соединенные Штаты Америки. Меня смотрят на третьем месте. Латвия, Литва, ну, много стран. Стран ЕС. Короче, вот так. Так что вы пишете? Германия там меня смотрит, ну там небольшой процент и без подписки в основном. Есть хорошие, конечно, зрители из Германии, которые даже когда я вернусь, все равно будут продолжать смотреть. Это преданные хорошие зрители канала. Есть такие, конечно же, и в телеграм-группе они есть, я с ними общаюсь. Так что, кто пишет ахинею, вы за себя подумайте, за мой канал, я сама подумаю и разберусь. Когда я уеду, конечно, контент будет более насыщенный, буду вам снимать более такие интересные видео. Посмотрите, как я после этого всего устроюсь дома, как мы устроимся. Вы это все увидите нашего. Так что вот как-то так. Сейчас пойдем еще погуляем. Время, конечно, время к вечеру, делать было нечего. Тебе надо бриться срочно. Так, теперь я расскажу. Да, рассказывай. А я попью. Я тоже там снимаю на YouTube видео, кидаю. Я это делаю. Эти видео кидаю себе на память. В галереи телефоне сколько видео не сохранишь. Я подписчиками не страдаю. Чтобы не думали, что я прям страдаю у себя на YouTube. Кто там заходит, не знаю. Я подписчиками не страдаю. И просмотрами я не страдал. Я повторяю, я сохраняю видео в Ютубе. Бо в галереї места мало. Я спеціально кидаю, и воно мені сохраняється там. Я подписчиками не страдаю. Спасибо за увагу. Так что вот так, завтра будет встреча. Вот я хочу сказать одну вещь.
А с кем завтра будет встреча? Интересно? Это у Стаса будет встреча с его знакомой. Это какая моя знакомая? Это моя... Ну, врач, врач. Моя лечащий врач в Украине. И его подруга. Вот что хочу сказать. Когда человека о чем-то не просишь, а человек это совершает, это очень глупые поступки. А потом человек обижается. Это я не конкретно о ком-то говорю, это я вообще говорю. Вот иногда есть такие, такая порода людей, которых не просишь кое-что делать, они делают, и потом они же и обижаются. Возможно, и среди зрителей есть такие люди. Я хочу сказать, если вас не просят, не делайте того, что вас не просят. Надо иметь свою голову и надо обдумывать свои поступки. А потом мне... Ой, у меня шапка улетела. Прямо в эфире. Ветер подул. Главное, чтобы сейчас телефон... На денег. У меня, прикинь, мне надо постричься срочно. На день сильно. А немає такой шнурочка? Тут какая-то эта ленточка есть, но она, видишь, она... А тут еще она тоже была завязывается. Нет, тут одна она. Наверное, она может... А ну-ка, а вон она. Ну, это маленькая. Непонятно. Ну, шляпу хорошую тебе подарили. Да, шляпка хорошая. На такую дайте погоду. Я погнали. На такую погоду. Я люблю такую шляпку. Надо. Бачите, слава Богу, дивіться. Ви писали там про лисину, про лисину. Ви питали, да? Я купив средство. Ти вже його показував. Да. І слава Богу, ви знаєте, более-менее. Ну, я не мию водою голову з душа, з крана. Я бутильований мию. Бо я якби ще мив, вже б давно я лисий був би з цією водою. Ну, так. А шляпка, дивіться, яка красива. Ой, жарко. Оно, з одної сторони, хорошо, що жарко, але... Холодні дні ушли. Понедельник у нас гроза будет, по прогнозу. Да? Или во вторник, или в понедельник. Точно не буду врать. Посмотрим. Ну, сегодня классная погода. Погодка класс. Так, мою шляпку на место. У тебя голова меньше моей, кстати. Кстати, хочу сказать, у кого большой лоб, высокий лоб, и большая голова... Он очень разумный. Да, этот человек очень умный. Это правда. Ой, тут такое райское место. Вот сидишь, если бы еще людей не было. Да, в субботу мы пришли. Мы когда приходили сюда? Мы в будний день. Будень. И причем плохую погоду. Никого не было. Никого. Вообще. А сейчас... Не, были люди, но месяц. А сейчас сколько народа. И суббота. Сегодня суббота. Сегодня выходной. Mm-hmm. И народа очень полно. Ну, я зняла видео. О, я сколько не бачив ще народа. И очередь на канатную дорожку. Очередь. Ужас. Сейчас домой прийдем. Надо постирать постельное белье. Погода позволяет. Вчера Стаса постирала вещи. Они уже, наверное, высохли. Слава Богу. Сейчас завтра прийдем. Надо одеть на зустрічу. Сейчас прийдем. А це ти коли вилежиш? Сегодня. Сегодня. Если успею. Да, успею. В прошлый раз только грузилось видео. Это пипец. Но оно, оно длинное было. Длинное, но все равно утром оно за минуту, за минуту. Прикиньте, видео за минуту загрузили. Ну, вы не поймете, это кто занимается ютубом, тот поймет. Ну, да. Очень много, кстати, вкладываю. Ну, конечно же, получаю намного больше. Намного больше. Да, ютуб, это вы знаете, очень хорошая вещь, но ним надо заниматься. Работать, надо работать, работать. Ютуб как бросишь раз в день, то все. Все. Значит, пиши пропало. Да, а так, и он, ним надо заниматься. Насчет этого... А сколько блогеров попросали? Очень много. Насчет этого, Кая молодец. Она, если это делает, и она доделает до конца. Она в этом молодец. Ну, и хозяйка она очень хорошая. Супец стать куварить. Хозяйка она вообще? Очень... Да, борщ ты не варила. Я, кстати, знаю, что... Как я не варила борщ? Сколько как раз? Я приехал первый раз один раз. Все. Нет, я еще я тебе в больницу приносила. Ты уже а, ну два раза варила за год в Европе, как я нахожу. А, я еще на видео варила, ты не помнишь даже. Летом в том году. Ну, три раза говорю, нет, варила. Нет, три, больше. Что я хочу сказать? Буряк, свеклуш мы купили, я забыла про нее. Надо ее отварить. Зачем?
Ти що, ти хоч салат зробити? А чесничком? Що ти хотів? Чесничком? Ну так. Я хочу, щоб ти зробила піврешечку і зварила бурячок з чесничком. Як салатик, да. Сделаем, сделаем. Так что сейчас пойдем еще что-нибудь сниму, что-нибудь прикреплю, надо посмотрите. Кепки, я в кепке. Спаривайся. Нет, я в кепке уже на видео сколько. Что, я вам открылся на канале Волчита себя, не могу открыться. А вы обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не будьте шатинами. Не, у тебя насчет лайков нечего жаловаться. Да, у меня зрители хорошие. Да, вот у меня количество, мне даже YouTube прислал письмо, что у меня канал, завод развития канала хорошее. Фу-фу-фу. Да, правда, конечно. Ну да, мне письмо пришло. И что там написано было? То, что завод мне на годовщину YouTube прислал письмо, что у меня рекордное. А коли в тебе було год Ютуба? У мене год іменно з того дня, як я перше відео, тоді ні о чому. Помніш, відео було? А год уже коли став? 3 квітня. Уже був год Ютуба? Так. А чого ти не відпраздновала? Ну, я на Пасху відпраздну. І я завтра хочу в воскресенье провести прямой ефір. Якщо время буде, то з вами попразднуємо. Що хочу сказати? Ютуб прислав письмо. В письме было так и сказано, что за год развитие канала на высшем уровне. Ну, то, что работа хорошо оцененная платформа YouTube. Так что спасибо платформе YouTube, спасибо хорошим зрителям, всем огромное-огромное спасибо. Скоро уже тепло, скоро уже на пляже. Ой, на пляже хочется. Да. Так что пошли погуляем, а то сидим, ну, надо давай, выключай успеть. Интернет. Так, я сейчас вам сниму еще что-нибудь интересное. Нет, там по билету. Стас спрашивает, платный ли туалет? Я говорю, по билету. Ой, красота. А я людей снимал. Кая. Я людей снимал. Вон сколько людей, ужас. Я людей снимал. Какие дерева крутые. Ну да. Нет, там кафе. Ну, где кафе, там и туалеты должны быть. На, ну-ка, пошли. Вон там, наверное. Ай, хорошо сегодня пробстились. Это хорошо, что тут косят. Рыбка. А я тут был уже. А ты не помнишь, что туалет был? Нет, ну там, знаешь, где был туалет? Где? Там, где индийский домик. Ну, вот пошли тут. Ну да. Пошли. Сейчас я на паузу поставлю. Столько народа. Столько народа. Конечно, погода жаркая, люди все и выползли. Абсолютно все. Как красивая. Поставлю на пятерку. Оно лучше, я думаю. Красота. И тут люди. Пикники. Видишь, дерево отцвело уже. Красивое место. Все на земле уже. Все на земле. Ой, какие цветы. Какие ж цветы. Какие божественные. Просто божественные. Не правда красивое дерево? Ой, красиво. Ну да, люди.
Люди пикники устраивают. Красота, конечно. Дай Бог, чтобы оно тебя набрало что-то. Чтобы вы посмотрели, я маю на вас подписчики. Она же для вас снимает. Ну, люди, красивое видео, я сам видела. Чем красивее видео и хорошее, тем меньше активность. Знаете, как мне когда-то сказали? Людям надо говна. Ну, это правда. Ну, давай. Не, я не такой человек. А вот индийские домики. Ну да, там индийские домики. Розы, мои любимые розы. А, это не розы. Это пионы. Я же говорю, у меня зрение плохое. Изними пионы, а не листья. Нет, это не пионы. Это пионы. А что да, да. Что ты зимой споришь? Да, это пиончики. Тут, наверное, прутик какой-то. Фу, как хорошо, как же классно, как же божественно, птички поют. Красота. Красотень. А мы тут пыли, кстати. Ага. Мы тут пыли уже. Парк огромный, мы сейчас, где я вам снимала, мы тут раз не были. А вот это, писали под прошлым видео, что это бамбуковая роща. Это ж не бамбук. Бамбук, он, я же в Грузии видела, настоящий бамбук. Сейчас я скажу. Может быть и бамбук. Нет, это не бамбук. Нет, это бамбук. Ты думаешь? Да. Он внутри пустой бамбук. Нет, это бамбук, он... Да. А, ну это молотой какой-то. Тут, наверное, раньше была речка. Не знаю. Вода, наверное, была. Я бамбук видела именно... Коло воды росте. Я знаю. Я бамбук видела именно крупный, толстый. А это... Ну, возможно, да. Это бамбук, бамбук. Возможно, это бамбук. Красивые места. Ну, я этого надо сделать спокойно себе. А сегодня народу. Да. Народу много. Я вам фиксирую цветы, потому что скоро уже не будет их. Скоро их не будет. Полюбуйтесь. Красивые деревья, шишечки. У меня сегодня три раза шляпа улетала, три раза люди полкеют. Малооблачно сейчас, сейчас малооблачно. Ты тут золотую рыбку видел в прошлый раз? Ага. Давай им еще расскажу. Рассказывай. Опять тот же или другой? Ну, Стасик вынул рыбку из пруда, а рыбка сказала Стасику, я тебя люблю. Ебла. Ой, Стас, ну не будь таким пошлым. А что тут у нас? А что у нас тут? А что у нас? Центики. Сними вот это, Катечка на каминчике. Все равно это я подписчики не стоят. Отдыхает. Она отдыхает, лежит. Ага. Не будем ее тревожить. Это рыбка. Нет, тут спят. А рыбки спят. Это же она залезла туда. Они ж летают. Они летают. Красивое озеро. Божественное. Божественное. А сколько народа подивится? Да, народа сегодня, как для субботы, так многовато. А завтра представь, что будет. А завтра, что будет, наверное, в неделю полно народа. Стас, ты так смешно вышел. Извини. И сказала Стасику, что я тебя очень сильно люблю, как подписчика. А люди, люди в кафе сидят. Люди в кафешках. Рыбок нету сегодня. Сегодня нету. Да. Нет, нету было. Ну, он там где-то.
где-то там. Да, народа сегодня. Как говорится, меньше народа, больше кислорода. Это правда, кстати. Вот они, твои рыбки. Да. Вот они. Ой, какие прекрасные. У них что-то сегодня на нерест вышло. Наверное, людей. Вот они, золотые рыбки. Плавают. Посмотри, как их много сегодня. Группировка прям. Прям группировка рыбная. Я же буду рассказывать. Что-то смеюсь, Стасик. Тут музыка, Стас. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Конец влога, наверное. Наверное, конец влога. Мы сейчас погуляем, будем домой направляться.